назад жмешь, он увеличивается. Не жмешь, сразу охлаждается двигатель. А где это тут должно быть отлично? БТР. Осторожно, Шатецкий. Почти. Что-то красным маркером помечено, блядь, поперек дороги. Это я на всякий пожарный себе пометил примерно там, где стоит нам остановиться. Да, можно выключить. Слушай, штаб, а там и ЗУшка стационарная, да, на роге? Да, да, да. Окей. Если ЗУшка смотрит, ну, может достать до триггера, то пускай он куда-нибудь... Что, направо вниз, пускай. Заворачивай вниз. А, посмотри. Черт, все, проехал. Хрен. Так, у вас там ёжик, брат и сортанец, да, на западе, правильно же? Да, да. Тогда, например, кто у нас с РПК там был? Брат. Брат, вот брат, смотри на юг, юго-запад, то есть район берега. Остальные возьмите, ёжик, например, свой уровень, а сортанец чуть выше пускай смотрит. А вы никого не теряли? Одного теряли. Спускается. С какой горы? Шот. Да, нашел воду. От куста сразу. Лучше. Синюю. А вы потом разберемся. Западные и восточные. Оставил. Вряд ли наши. Я своих вроде бы вижу здесь. Да, подтверждаю. Движение есть. Понял. У дыра в контакт. На север. Метка стоит. Принято. СПГ, если что, увозите. Ну все, собственно, увозите северные туда. Ребята, вдвоем смотрите вверх, а брат, продолжай смотреть берег. Не исключено, что кто-нибудь все-таки пойдет там. Кто-то слышал? СПГ увези главное. Принято. Так, Шатецкий. Юго-запад, техника, бетер в воде. Ответ. Метку. Шот, укатывайся на север, куда-нибудь в район РМов пока что. Да. Еще спускаются там с горы. Сколько уже их там? Я второго вижу. Спускаются в нашу сторону или куда? На север. А, на север? Ага. Могу пострелять. Ну, если гарантированно, то вали. Если нет, то нет, пускай идут. Под километр. И кто там? Тут пихи. Поставил синюю. Понял, отрабатывай. Можно стрелять? Если уверен, что попадешь, стреляй. Только я тебе сказал свалить уже. Стреляй и вали. Все, теперь на метку свою зеленую. Да, лёд. Какое-то отделение целое. Подходят тут к тому камню. Понял. Выезжай. Один минус. Второй минус. Я повыше. Ну все, с восточного холма тоже работайте, как только возможность будет. Один, по-моему, еще живой. Ёжик жив? Так, добил одного. Ёжик? Вторая КВ. Все на вторую КВ. Сартань, зеленую метку воткнул, давай туда. Видишь, там никто не двигается внизу. Нет, пока нет. Сартанец, зеленую метку тебе поставил. Давай туда смотреть также в склон, но вот свой сектор. Айс, твоя задача от себя смотреть на запад. Да, смотрите, еще не закрыть. Закрыть набьёшь, кроссман, ЗУ. Вектор активный. Нет, севернее вас. Я работал, сейчас бетер еще работает. Но я тоже выбил, так что внимание. Да, не было выбил. Живой? Он домик рядом. Не было выбил. Хорошо. Что домик рядом работает? Ну, в мой район сейчас пара очередей прилетел, но это был не БТР. Это вот пехотка. Видимо, весьма низко сидит кто-то, на мой домик насматривался. Сартанин живой? Еще одиночный.
Я. Ориентир, одноэтажный дом, зеленый, с красными боковыми хероинами. Да, наши стреляли. Блин, он меня прижал. Вот, я сейчас сюда дам, я примерно понимаю, где он дам. Сейчас дам метку точно от тебя. Ну так себе, сейчас у окна кинул дым и буду выходить из дома. Я тут участок смотрю, как бы, то есть в принципе, может быть, я его и завалю. Вид живой? Ура, спустится прям. Вид живой? Мы вид потеряли, видимо, его с ребятами накрыли. Угу, третья КВ. Я от себя отхожу на север, сохранить меня не солидно случайно. Нарисовал, как пойдем, двигаемся так. Шот, мимо тебя будем проходить, в принципе, можешь к нам присоединиться вместе с СПГ. По-моему, Беттер или Уальк? А, это вы двигаетесь, пошлите. Мы здесь двигаемся, да. Ну, УАЗик, так, наверное, это Шот. Значит, я через не восточнее вас уже. По идее, должен был восточнее вас сказать. Здесь еще вижу, трупы наши лежат. Надо за это вот до заборчика подниматься наверх, там что-то лежит. Так, ладно, давайте занимаем этот склон, как пришли. Айс, Сартанец, юго-восток. Сартанец, восток, Айс, юго-восток. Я на себя беру юг. Бес куда-нибудь на восток воткнись тоже. Вспомни, как выглядят наши и не наши. У них темно-зеленые такие. И у них без колес сверху. У меня на юге какой-то экшен стрелковый. Вот-вот-вот, это приняли походу УАЗик. И жахнули его с трубы, видимо. Я пока выгляну на запад. Там, скорее всего, будет Беттер. Либо пытаться просто его зарашить на этом СПГ, либо что. Либо ждать. Они смотрят в тренер просто. Чух-чух и все, и бабах. Слышь, они, может быть, на помки наехали? Я не знаю, что. Кстати, может быть, может быть. Ну там экшон был, слушай, там стрелковка работала. Один ТТР. Сейчас вижу триггер защитить. Шот, давай на север укатывайся, там бета закатывается в триггер. С севера также идет. Секунд 15-20, у нас еще не больше. Давай, Шот. Выкатывайся на север, айс наводи Шота. Просто есть дорога, которая от северного к южному будет ориентир. Поехал. Чё за выстрел? С моей позиции. С моего района. Да, нет, оттуда. Я пока не вижу. Меня главное не грохнуть. Одного уработал. Я бегу к вам, потому что это, блядь, не дело тут гулять. Это я. Чё, жив? Я ползу на машине. Гранат моя. Вот примерно 10 будет. Поле, видишь, стоит. Бес, на трубе я тут. Если чё. Повтори. На трубе я. Нет,
работаю. Еще одного снял. Точки там есть, но на противника какие-то нет? Не-а. Всех убил уж. Бэкер слинял. Ой, подбили все. Кого подбили? Валя. Меня. Не надо по вертолету стрелять, не надо по нему стрелять, блять, ты бы ничего не сделаешь, не стреляй. В коем случае нахер не стрелять по зависшему вертолету. А кто с РПГ в него целится? Я. Там еще кто-то ходит по низине? Трап, с востока, ровно с востока. Да, это противник, сейчас буду стрелять. Далеко? Понял. Правильно работаю, да, бес? Да, да, да. Ага, ну он готов. Ну, наверное, да. Там респировались попадания. Так вот вы где все тусите, я с вами. Ура, шот спустя 40 минут нахождения рядом с нами нас нашел. Аккуратненько. Вертолет злой. Но ОГшкой херон. Валите пилота нахер. Раскрылся. Раскрылся. Убил парашютиста, все, парашютист готов. А, да, да. Второй, я второй сейчас вышел. Второй закрыл парашют, молодец. Открыл снова, чё? Все, второй тоже готов. Это он и есть. Чтобы вы понимали, там сейчас 200-й просто сидит и угорает надо мной, потому что это было 4 РПГ по висящему вертолету. Какой-то 4-й попал. Стал гэшек, у них такая, блядь, дуга, блин, дебильная, короче. Ну, а я ВЛ-ками стрелял, я попал ОГшкой, а стрелял до этого ВЛ-ками. А, вижу движение, соточка от меня. Походу противник. Я у... Да-да-да, я ушел не один, и вот от меня на 100 тоже противник. Сейчас подойду к тебе. Срубил его. Убил, все. Убить не убил, но срубил. Да. За стрельба там встанет. Это не я. Ну елки ж палки. Я убил, слышишь? Да, только мы просрали. Печально. Не, вот ушел.